Всем привет! И сегодня я хочу показать вот такую вот щетку, которую мы купили. Робби для зубов, чтобы он их чистил. Выглядит как настоящая щетка человеческая. И вот он ее вот сейчас вот грызет и чистит себе зубки. Робби! Робби! Робби, Робби! Где эта площадка? Ровки наш кушает, проголодался. Мы только приехали с Никитой. Сделали покупки для Ровика. Вот, купила вот такой вот амат. Это специальный подставлять под тарелочки Ровкины. Ну, так вроде удобно. Так, $10 вот такой стоит. Но сегодня в магазине по средам у них скидки 10% на все, что покупаешь. Поэтому мы вот решили ездить по средам в эти магазины, чтобы купить что-нибудь для Ровкина. Вот купили сегодня еще вот такой корм. Такой у нас уже заканчивается. Почти одинаковый, да? И вот такой вот. И тут папе написано, это значит для щенят. With chicken meal and barley. Так, и здесь, да, был у нас точно такой же chicken meal. Да, вот этот он любит. Так, Ровкин, а еще ты видел, какой мы тебе подарок купили? Да, вот такой вот подарок. Вот такой вот стик. Бали стик называется, палка. Это кость. Кость, они ее как-то их обрабатывают, что ли. На вид она вообще как лакированная. Наверное, копченая, да? Копченая косточка. Вот будешь зубы свои грызть. А то он у нас уже такой проказник. Все грызет. Только успеваем у него забирать. Ту штучку первую, которую я ему купила, в виде зубной щетки, он ее сгрыз буквально за сутки. А вот эта вот она косточка, я думаю, он ее будет долго вот так грызть, таскать. Ну, надеюсь на это. Посмотрим. Так, она у нас стоит, тоже цену покажу, 6,49. Ну, тоже там 10% скидка была. Дорогие, конечно, вот эти всякие косточки, всякие причиндалы для собак. Что, тебе понравилось, Ровкин? А? Понравилось? Куда, куда, куда? Куда пошел? Куда пошел? Угу, понес. Утащил палку. Ну, видно, что понравилось. Вот такой бардак теперь у нас после Рови. Валяются все его там игрушки разбросанные. Вот это тоже ему понравилось. Это конг называется. Вот сюда вставляешь вот этот специальное печенье для собак. И он грызет, уже таскает ее. Поначалу она ему не понравилась, он не понимал, что это. А сейчас уже так нормально. Ну, как палочка, нравится? Давай, надо хоть этикетку снять. Ровкин. Ровкин, ты такой смешной, такой классный. Ну, как новая игрушка, понравилась? Что мне сказали, что нужно им купить побольше игрушек, чтобы было разных, вот веревочки всякие. Потому что мы все грызем, да, все грызем. Он уже как палку свою сгрыз. Опа, Кейден забрал. Обиделся, да, обиделся Робби. Робби. Ровкин пришел знакомиться с новой игрушкой. Новую игрушку Ровкин купили. Вот так. Сейчас, подожди. Ой, Кейден тоже хочет. Вот здесь собачий патруль. Не надо, не надо, Кейден, подожди. На, Робби.
Крови? Давай. Давай. Вот это валяются все игрушки Рови. Специальные игрушки для собак. Кейден, подожди, дай Рови поиграть. А? Вот он уже косточку обгрыз свою. А теперь Кейден тоже.